Меня зовут Кузьменко Алексей, я секретарь Федерации пультинга Приморского края. Мы находимся на соревнованиях по жиму-лежу без экипировки в честь Нового года. Называется турнир «Жиму-лежу в Новый год». Он посвящен памяти Павла Сергеевича Лаптенко, который основал этот турнир, ежегодно проводил. Вот мы его поддерживаем, его традицию. Несмотря на то, что предновогодние праздники, массовость у нас присутствует, то есть довольно много участников, все активны, все борются, продолжают дальше у нас соревнования в дальнейшем. В будущий год у нас в следующий сезон будет первенство Приморского края по троеборью. Там, надеюсь, будет также у нас очень массово, потому что в последнее время пультинг начинает набирать обороты, и у нас открылые соревнования по троеборью не меньше 200 человек. По жиму лежа 100 и больше. Добрый день, меня зовут Губкин Ярослав, и я являюсь судьей на сегодняшних соревнованиях по жиму лежа, которые проводятся в спортклубе «Витязь». Сегодня выступают довольно сильные спортсмены, они собрались со всего края. Конкуренция в некоторых категориях очень высокая. В целом все спортсмены молодцы, очень много дебютантов, и они показывают достаточно неплохие веса. То есть будущее у этого спорта достаточно хорошее. Меня зовут Лена Ильина, я из города Арсеньево, приехала на соревнования вместе со своим мужем Сергеем Ильиным. Я переживала очень. Я вообще не часто езжу с ним на соревнования, так как маленький ребенок дома. И вот буквально второй или третий раз с ним на соревнованиях волнуюсь, очень переживаю. Но я вообще горжусь своим мужем, как бы 260 килограмм – это вообще какие-то запредельные веса, нечеловеческие даже, я бы сказала. Заугольный Федор Анатольевич, тренер фитнес-клуба «Мастер Джим». Я представляю своего воспитанника, Крамарчук Иван. Он выступает по юношам, то есть ему 18 лет. Еще в нашей команде помимо участвует 4 человека. Ильин Сергей Анатольевич, являюсь второразрядником по пауэрлифтингу. Сам приехал с Арсеньева выступать на соревнованиях «Живем лежа в Новый год». Но именно свое выступление хотелось бы показать немного больше результат. Так, по организации, в принципе, все достойно. Только единственное помещение чуть маловато было, скажем так. Народов Олег Николаевич участвовал сегодня как спортсмен от ветеранов или в категории ветеранов. План на 2016 год вполне серьезный. Самое ближайшее, что собираюсь выступать, это чемпионат России среди ветеранов, который будет проводиться в Нижегородской области в начале апреля месяца. И традиционно рассчитываю выступить хочу на Кубке первенства Приморского края, который будет по плану в конце апреля этого же года. Вот ближайшие планы на официальное выступление. Ну а дальше покажет жизнь. Как я говорю, помост покажет.